была очень интересная. Вот. Даже увлекательная. Вот. Также хотел поблагодарить всех, кто помогал в издательстве этой книги. Вот. Все. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. На обложке гора Арарат. Гора Арарат, хор Гера, монастырь Святой Григорий находился в одном из плакатов своими молитвами. Слушана эта история древа времени. Один из. Сергей, ну вам слово. Я начинаю, да? По благословению и при отеческой помощи почетного гражданина города Пскова, митрофорного портрея Олега Теора, в честь многовековой дружбы русского издательства Псковского воинского храма святого Александра Невского, недавно была издана уникальная книга «Собор армянских святых», работа над которой продолжалась в течение 2,5 лет. И были созданы 2 иконы «Собор армянских святых», которые помещены в книгу. Данная книга является попыткой собрать воедино всех святых, мучеников праведных, икон Божьей Матери, имеющих отношение к Армении и армянскому народу. Книга состоит из 540 страниц и содержит более 500 иллюстраций. При работе над книгой было использовано более 1000 источников на 16 языках. Книга состоит из нескольких частей. Основная часть – это описание святых и икон Божьей Матери, изображенных в собор армянских святых. В книге помещены интересные факты, порой известные, относящиеся к взаимоотношениям армянского народа и православия. В послесловии рассказывается о давнем, тесном и плодотворном сотрудничестве прихода храма святого города Пскова по главе с настоятелем протоиереем Олегом Теором и армянского Пскова. В конце книги алфавитный указатель учеников праведных и икон Божьей Матери, имеющих отношение к Армении и армянскому народу, а также общая информация о некоторых древних православных и грузинских источниках, в которых армянских святых. Ной – ветхозаветный патриарх, праотец. Армения по праву может считаться второй колыбелью человечества. Именно на вершине горы Арарат нашел приют после всемирного потопа праведник Ной и спасенные в ковчеге живые существа. С Армении началась возрождаться жизнь на земле. Существующие доселе названия местностей подтверждают библейский рассказ об обстоятельствах жизни патриарха Ноя после потопа. Например, Эревал – явление места, где Ной впервые увидал землю. Акорри – насаждение виноградной лозы на горе Арарате, где Ной впервые насадил виноградную лозу. Арнойтон – при ногах Ноя, то есть место погребения Ноя и другое. Часть древа Ноева ковчега, которую по преданию от ангела, подобный Иаков Низибийский, находится в монастыре святого Эчмиадзина в окладе под Кротом. Частицу обретенного древа католикос Симеон Ереванцы передал в дар российской императрице Екатерине II. Авгарь, царь Эдесский, праведный. Согласно преданию, изложенному в Минее, Авгарь V Ухама, больной проказой, послал как своего архивария Ханана с письмом, в котором просил Христа в Эдессу и исцелить его. Ханан был художником, и Авгарь поручил ему, если Спаситель не сможет прийти, написать его образ и принести ему. Ханан застал Христа окруженным густой толпой. Он встал на камень, с которого ему было виднее, и попытался изобразить Спасителя. Видя, что Ханан хочет сделать его портрет, Христос потребовал воды, умылся, вытер свой лик платом, и на этом плате отпечатался его образ. Спаситель передал этот плат Ханану,
с повелением отнести с ответным письмом, пославшему его. В этом письме Христос отказывался идти в Эдессу сам, говоря, что ему надлежит исполнить то, что он, на что он был послан. По исполнению своего дела он обещал послать к Авгарию своего ученика. Получив портрет, Авгарь исцелился от главного своего недуга, но лицо его оставалось еще поврежденным. После Пятидесятницы в Эдессу пошел святой апостол Фаддей, один из 70, закончил исцеление Авгаря и обратил его в христианство. Авгарь прикрепил образ к доске и поместил в нише над городскими воротами, убрав оттуда находившегося там идола. В полном месяце слоя Востока архиепископа Сергия Спасского указывается дочери Авгаря Сандула. Спас нерукотворный изображался на знаменах русского воинства. Лонгин сотник, докийский мученик, иже при кресте Господнем, был римским воином, нес службу в Иудее под началом прокуратора Понтия Пилата. Во время казни спасителя отряд, которым командовал Лонгин, стоял даже вокруг Голгофы, у самого подножия Святого Креста. Лонгин и его воины были свидетелями последних мгновений земной жизни Господа, великих и страшных знамений, явленных по смерти его. Эти события потрясли душу воина. Лонгин уверовал во Христа и всенародно исповедал, что воистину это Сын Божий. По церковному преданию Лонгин был тот воин, который пронзил ребра распятого Спасителя, и от истекшей крови и воды получил исцеление глаз. Копье Лонгина сотника находится в Армении, в кафедральном соборе святого Эчмиадзина, древнейшем храме Армении. Фаддей апостол после исцеления Авгаря, святой апостол Фаддей направил свои стопы в центральную Армению, где обратил к вере великое множество армян и царя их Сенатрука с дочерью его Сандухт, а также учредил епископскую кафедру в области Артас в провинции Оспуракан. Спустя некоторое время царь Сенатрук вновь возвратился к идолопоклонству и воздвиг жестокое гонение на христиан, в результате чего за веру пало множество христиан, и сама царевна Сандухт Аршакуни, приняв мученическую смерть, стала жертвой своего нечестивого отца. Вместе с мученичеством приняли святые князья Самуил Аршакуни и Израиль, а также святая Зармандухт, мученица царских кровей. Через 3 дня после кончины святой царевны Сандухт и святой апостол Фаддей был увенчан, которая постигла его от того же Сенатрука в 66 году в городе Шаваршане в области Артас. Честное тело святого апостола было в Маку, в области Артас, где впоследствии был воздвигнут святого Фаддея, который существует и поныне, и где хранились святые мощи царственной мученицы Сандухт. В X веке на месте могилы святого построен Нарекский монастырь. Следует отметить, что святым Фаддеем было принесено из Каппадокии в Армению копье святого мученика Лонгина сотника, которым на кресте был пронзен Господь наш Иисус Христос. Это святое копье и по сей день хранится в кафедральном соборе Эчмиадзина. Варфоломей Нафанел, апостол из 12, пришел с евангельской проповедью в Армению, где исцелил дочь царя Полимия от беснования. Тогда Полимий с царицей, исцеленной царевной и многими приближенными, приняли крещение. Их примеру последовали жители 10 городов Великой Армении. Святой апостол Варфоломей, придя в Армению, принес с собой чудотворную икону Пресвятой Богородицы, написанную апостолом Лукой, в честь которого святой апостол и построил храм, поместив там икону в местечке Дарбноцкар Андзевской области, где подвязались его ученицы Мариам, Анна и Марфа. Со временем икона была утрачена. Именно с этой иконой Пресвятой Богородицы, принесенной в Армению святым Варфоломеем, связана традиция освящения в армянском храме алтаря во имя Богоматери, на котором устанавливается ее изображение с Богом-младенцем.
Известны имена также и других учеников святого апостола Варфоломея, которые приняли мученичество в Армении, это царственная мученица Вугуи Аршакуни и воин Терентий. Иуда Иаков Левей Фадей, брат Господень апостола 12, после проповеди Евангелия в Парфии, святой Иуда, как сообщает нам славянская Миния, достиг он стран араратских, то есть посетил Великую Армению. Блаженный апостол приобрел здесь множество душ Христу, поставил епископов и пресвитеров и дал им для руководства правила, проповедуя в Армении. Святой Иуда встретился на Арарадском холме со святым апостолом Варфоломеем, знак чего на месте своей встречи они установили знамение честного креста Господня. По другим данным, на Арташатском холме апостол Варфоломеем встретился апостол 70 Фадей. После многих благовестнических трудов и долгого подвижничества святой апостол Иуда был схвачен язычниками и пригвожден ко кресту около 72 или 80 года в городе Арми Великой Армении. Евстафий, епископ Сюника, священномученик. Святой апостол Евстафий, ученик апостола Фадея, проповедовавший Святое Евангелие, Царствие Божие в Сюнике, еще до святого апостола Варфоломея. Святой Евстафий мученически погиб за веру в области Сюник исторической Армении. На могиле Евстафия был построен известный Татевский монастырь. Дади Дадой, епископ Арцаха. Дади, ученик апостола Фадея, один из первых проповедников христианства в Кавказской Албании. Некоторые отождествляют Дади со святым Елисеем, учеником Фадея, или даже со самим Фадеем. По преданию Дади, смерть за Христа от рук язычников в ущелье реки Тертер на востоке современного Кельбаджарского района Азербайджана. По упокоению был построен монастырь Дадиванг, основание которого летописные источники относят ко второй половине первого века. В 2007 году в ходе проводившихся на территории монастыря раскопок были обретены мощи святого Дади, что подтвердило правдивость предания. Святой Елисей Елиша, апостол Кавказской Албании, епископ, мученик, ученик апостола Фадея. Согласно местной традиции, начало христианской проповеди в Кавказской Албании относится к первому веках и связано с именем апостола Елисея, ученика апостола Фадея. После мученической кончины Фадея в Армении апостол Елисей в Иерусалим, где принял посвящение во епископа от Иакова, брата Господня, и направился в Кавказскую Албанию. Апостол начал проповедь веры Христовой в Чоле. Там, в краю москутов, апостол Елисей принял мученическую смерть. Позднее были мощи, хотя почитание Елисея установилось, по-видимому, лишь в VI-VII веках. Он стал подлинным символом албанского христианства. Местная церковь неизменно чтила его память. Житие Елисея включено в армянский синоксарь. Албанская церковь, одна из древнейших христианских церквей на Кавказе, упразднена в 1815 году. Вошла в состав двух епархий в армянскую церковь. Сухий Месукивийский, Сукакетский, грузинский мученик, предводитель сукиасянцев. Сухий, сопровождая Сатиник, дочь аланского правителя, выданную замуж за армянского царя Артаксара, 19 других соплеменных вельмож оказались в Арташате, в древней столице Армении. Там проповедовал христианство греческий иерей Хризос, просвещенный и рукоположенный Фадеем. Вельможи веровали в Спасителя и твердо решили посвятить всю свою жизнь служению Богу. После этого к Хризосу явились мужи, посланные царем Артаксаром и царицей Сатиник, и просили, чтобы он повелел своим ученикам вернуться в Армению. Хризос ответил: по воле своей выбирали они полезное себе. Разгневанные его твердостью, посланцы посекли мечами Хризоса и четырех его учеников.
Сухия же не тронули, боясь гнева царицы. Так Сухий стал духовным руководителем братьев. Вскоре они перебрались на гору Сукакет, поселения Багриванда. Бывшие вельможи вели строгую жизнь. Тем временем в их отечестве пришел к власти язычник Датианос, который поручил своему приближенному Прилапу с отрядом воинов уговорить их вернуться ко двору и обратиться к прежней вере, а в противном случае умертвить. Барлап разыскал святого Сухи со сподвижниками в лесу и передал им повеление правителя. Мученики отказались, и разгневанный твердостью христиан Барлап приказал пригвоздить их крестообразно к земле и предать огню. Миружан, епископ Артаза, Великая Армения. Церковный историк Евсевий Кесарийский упоминает о письме Дионисия, епископа Александрийского, о покаянии к братьям в Армении, где епископом был Миружан. Письмо датировано 251-255 годами. Оно доказывает, что в середине III века в Армении существовала организованная и признанная христианская церковь и христианская община. Последний епископ Артаза Миружан 240-270 годы возглавил кафедру через 50 лет после мученической кончины святого Леонтия. По датам правления Миружана можно предположить, что Артазская кафедра последнего десятилетия II века и почти до середины следующего уставала, либо до нас не дошли сведения о епископе данного периода. Такой интервал мог быть связан с волной массового преследования христиан, которая поднялась в Римской империи и захлестнула страны, входившие в сферу ее влияния. Согласно армянскому списку католикосов, начинающемуся с апостола Фадея, Миружан является 10-м епископом армянской церкви. Теодорос Салахуни – мученик. Теодорос Салахуни и его мать Алвита втайне от князя Сурена, его отца, приняли христианство. Когда при царе Тердате и Тердате III начались гонения на христиан, князь узнал об обращении сына и убеждал его отречься. Получив отказ, отец решил предать смерти сына. Теодорос сбежал из дома, но отец догнал его и убил мечом. 40 мучеников в Севастийском озере мучившихся в Малой Армении. Страдальцы являлись христианскими воинами, которые приняли смерть ради веры в Господа. Но в 320 году на территории Севастии великомученики отказались от принесения жертвоприношений языческим богам, за что и были подвергнуты пыткам, холодом, избиению и сожжению. В некоторых армянских общинах Армении и Турции праздник севастийских мучеников является одним из самых почитаемых. Некогда в день севастийских мучеников было принято класть 1600 земных поклонов по 40 в честь каждого из мучеников. В эту церемонию под названием «Торок от раков» в основном совершали молодые невесты и женихи в доме одной из невест. Репсимия, Гаяния, с ними 35 святых дев и 70 святых мужей. Петр Диоклетиан, желая жениться на девице, которая красотой своей затмила бы всех красавиц света, послал послов такую девицу. Посланные после долгих поисков нашли в женском монастыре молодую Репсимию, происходившую из царского рода. Увидев ее, они поражены были ее красотой и, сняв с нее портрет, представили императору. Пленясь ее красотой, царь приказал готовить для свадьбы. Весть о предстоящем царском браке достигла до обители. Блаженные девы в числе 37, поняв всю глубину постигшего их несчастья, после строгого поста, усердной молитвы к Богу и общего совещания тайно оставили Рим и бежали в Армянскую область, в числе которых была Нина, и поселились под навесом виноградного точила на краю города Двина, столицы армянского царства в окрестностях Ахалкалаки. Диоклетиан, узнав, что все девы с настоятельницей, старицей Гаянией, скрылись из города и поселились в армянском царстве, послал письмо к царю Тиридату III, прося его прислать к себе Репсимию или взять ее
Царь, получив письмо, тотчас послал отыскать ее и привести. Середат, пленясь ими, решился на ней жениться, но она с презрением отвергла его предложение и воспротивилась его нечистым желаниям. После долгих и напрасных Семию к своему желанию царь приказал ее мучить. После этого 33 святые девы, кроме святой Нины, пожелали собрать изрубленного святой Репсимии и предать его земле. Но воины, напав на них, избили и убили. На другой день вывели с двумя святыми девами святую Гаянию, укрепившую на подвиг святую Репсимию. В присутствии царя казнили. Святые останки их были собраны и погребены. На месте погребения их теперь находится Ичмиадинский монастырь близ Еревана. Также Мариамна Шукагат и Мария. Чем она, подобно святой Нине, удалось избежать смерти от рук гонителей, тогда же были казнены еще 70 мужей. Память их отмечается в греческих церквах также 30 сентября. Григорий, епископ армянский, просветитель Великой Армении, священномученик. Григорий принадлежал к парфянскому царскому роду Суренов, ветви правившей эпоху в Армении династии Аршакидов. Отец Григория Анак, подкупленный персидским царем, убил армянского царя Хазроя и за это сам поплатился жизнью. Все семейство его было истреблено, кроме младшего сына, которого его кормилица христианка успела унести на свою родину в Кесарию Каппадокийскую. Там мальчик был крещен с именем Григорий и получил христианское воспитание. Возможно, Мариам имел двух сыновей Вартанеса и Аристакеса. После 3 лет семейной жизни супруги расстались по обоюдному согласию, и Мария удалилась в монастырь вместе с младшим сыном. Григорий отправился в Рим и вступил там в услужение к сыну Хазроеву Тиридату, желая усердную службу загладить вину своего отца, прибыв в Армению в 287 году в сопровождении римских легионов, Тиридат вернул себе отцовский престол. За исповедание христианства Тиридат велел бросить Григория в ров. Впоследствии на месте узилища святого Григория был воздвигнут монастырь Хор-Вераб, глубокая яма, чтобы он погиб там от голода. Здесь Григорий прожил 13 лет прокармливаемый благочестивой женщиной. Между тем Тиридат подверг христиан жестоким гонениям, предав мучительной смерти святую деву Репсимию, игуменью Гаянию и с ними еще 35 дев одного из малоазиатских девичьих монастырей, и впал в безумие, но был исцелен освобожденным после многолетнего заключения Григорием. Хасравидухт, сестра царя Тиридата, сыграла решающую роль в освобождении из застенка будущего крестителя Армении и ее первого епископа-патриарха Григория Просветителя. После чего Тиридат в 301 году крестился и провозгласил христианство государственной религией в Армении. Ашхен, жена царя Тиридата, сыграла большую роль в решении царя Тиридата провозгласить христианство государственной религией в Армении и помогала мужу в распространении веры по Армении. Вскоре Григорий был рукоположен в епископы Леонтием, епископом Каппадокийским в Кесарии. С тех пор установился порядок, по которому каждый новоизбранный предстоятель армянской церкви получал рукоположение от кесарийского архиепископа, а епископ Севастий Петр совершил обряд возведения на престол святого Григория Просветителя в Армении. Церемония состоялась не в столице Вагаршапате, а в далеком Аштишате, где издавна существовал епископский престол. Святой Григорий Просветитель после того, как был рукоположен Кесарии, с собой в Армению привез мощи Иоанна Предтечи и священномученика Афиногена, который был братом его жены Мариам, и захоронил их в Артишате в местности, называемом Инакня, и в Боговане. Затем построил над ними монастырь Сурб-Карапет святого Предтечи. После этого святой Григорий построил храм в городе Вагаршапате, столице царя Тиридата.
храм был назван, что в переводе означает «сошел единородный», то есть Иисус Христос, который по преданию лично указал Григорию место для строительства храма. На этом месте был основан одноименный монастырь, который стал духовным центром армянской церкви. По сведениям, сообщенным армянским историком Мавсесом Каланкуацией, в Армении в истории страны Алуанг после крещения армянского святой Григорий отправился проповедовать христианство в Кавказскую Албанию, где основал церковь в городе Амарасе. Под влиянием проповеди святого Григория царь Кавказский Урнаир с вельможами и войском принял крещение в Армении в присутствии царя Тиридата. Таким образом, Григория Просветителя была основана Албанская церковь. В 325 году Григорий был приглашен на Первый Вселенский собор в Никее, но не имел возможности поехать сам и отправил туда своего младшего Аристакиса, который вместе с еще одним посланником по имени Акритис привез в Армению никейские постановления. В том же году Григорий передал кафедру Аристакису, а сам удалился, став отшельником в пещерах Мане, где скончался в 326 году. Святые Антонин и Кранит являются основателями монашеской жизни Великой Армении. Эти два монаха были родными братьями и приобрели широкую известность в Кесарии Каппадокийской. На своей родине, своей той жизнью, святой Григорий Просветитель, находясь в Кесарии, взял их с собой в Великую Армению, надеясь, что они помогут утверждению там монашеской жизни. Вернувшись в Армению, святой Григорий направил братьев в провинцию Тарон, где он основал монастырь во имя святого Иоанна Крестителя, положив в нем мощи святого пророка. Святые братья обустроили монастырь и стали в нем подвязаться вместе со множеством других монахов. Наладив монастырскую жизнь, братья удалились в горы, где подвязались в течение 40 лет, прожив долгую жизнь в служении Господу, они мирно в нем упокоились. Их тела были погребены в монастырской часовне святого Иоанна Крестителя. Нина Нуне, просветительница Грузии, равноапостольная. Святая Нина была племянницей Иерусалимского патриарха Ювеналия. Святая Нина была отдана на воспитание одной благочестивой старице Неофоре, армянке из города Двини. Неофора научила Нину армянскому языку. Частые рассказы этой старицы об Иверии, нынешней Грузии, тогда еще языческой стране, возбудили в Нине сильное желание посетить эту страну и просветить ее жителей светом Евангелия. Желание это еще более усилилось, когда она однажды увидела видение Матери Божию, вручающую ей крест из виноградных лоз. По пути в Грузию святая Нина чудесным образом избегла мученической смерти от армянского царя Тиридата, которой подверглись ее спутницы царевна Ретимия, ее наставница Гаяня и 35 дев, бежавших в Армению из Рима от гонений императора Диоклетиана. В Иверии святая Нина поселилась у одной женщины в царских виноградниках и очень скоро сделалась известной в окрестностях, потому что оказывала помощь другим многим страждущим. Она обратила ко Христу в Грузии самого царя Мариана, бывшего до этого язычником. После 35-летних подвигов святая Нина мирно скончалась 14 января 335 года. На месте ее кончины царь Мариам воздвиг храм во имя великомученика Георгия. С памятью святой Нины связано нахождение хитона Христова. При распятии хитон достался по жребию одному римскому воину и после разных событий попал в Грузию. Святая Нина была ближайшей родственницей великомученика Георгия, а по одной древнейшей рукописи двоюродной сестрой. Она ревностно старалась прославлять его имя и построила в честь его множество храмов в Иверии. Святые Соломея Уджармская и Пиражавра Севнийская
были ближайшими соратницами с той равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. Святая Саламия была женой царевича Реви, сына, дочерью армянского царя-мученика, святого Тиридата Великого. Святая Пирожавра была женой картлийского Вельтави. Эти великосветские жены смиренно обслуживали богую пленницу, усердно обучались у святой Нины молитвам, постам и другим добродетелям, помогали равноапостольной в деле обращения населения в христианство. Аристакис I, архиепископ Великой Армении, священномученик. После Григория Просветителя на епископский престол взошел его младший сын Аристакис. В 300 он отправился на Первый Вселенский собор в Никею. По преданию, по дороге на Никейский собор встретился на берегах моря, которые, насмехаясь над ним, предложили ему в доказательство своей святости и правоты спахать воду. Лук Аристакиса оставил на поверхности моря глубокие борозды, которые епископ предложил арианам засеять. Принял участие в соборе, и его имя было записано в деяниях как имя предстоятеля Великой Армении. Привез в Армению никейский символ веры, который по приезде был одобрен святым Григорием, а также соборные правила, вошедшие в состав армянской книги канонов. Около 333 года он был убит Архилаем, правившим в Западной Армении, которого он, будучи суровым аскетом, неоднократно осуждал за распутную жизнь, был похоронен в селении Тил. На предстоятельской кафедре ему наследовал старший Протонес I, архиепископ Великой Армении, святитель. Старший сын святого Григория, просветителя и Марии, родился в Кесарии Каппадокийской. У него родились два сына, будущий первый Пани Григорис и будущий армянский архиепископ Исихий и Усик Юсик. В 333 году, после убийства своего младшего брата Аристакиса, стал его наследником на армянской первосвятительской кафедре. Ревностно распространял христианство в тех провинциях Армении, где в его годы еще было сильно язычество, особенно в провинции Тарон. В годы его архипастырства особенно усилилось политическое и религиозное давление на армян Персидской империи. И Вартанес благословил князя Ваче Мамиконяна сопротивляться персам. Победа в этом ожесточенном сражении осталась, но смертью храбрых пал главнокомандующий армянских войск Ваче Мамиконян со множеством нахараров и воинов, и все они сразу же были причислены армянской церковью к лику святых воителей Божиих, и был утвержден день памяти мучеников Вачиянов. Скончался в 341 году, ему наследовал его младший сын Исихий. Григорис Отрок, архиепископ Кавказской, священномученик. Григорис родился около 295 или 300 года, был старшим сыном католикоса Вартанеса I, младшего сына святого Григория Просветителя. Царь Тиридат о величии души Григориса, 15-летнего внука Григория, и, вспомнив царствование 12-летнего Соломона в Израиле, отправил его в качестве епископа в соседнюю страну. Согласно источникам, Григорис был рукоположен во епископа Иберии и Алуанка, представ перед Санисаном, Санатруком, царем москутов из местной династии Аршакуни. Он проповедовал о Христе. Все присутствовавшие с радостью веровали в евангельское слово. Григорис увещевал народ не разорять дома, не грабить и не красть, но трудиться и быть блаженными в Боге. Москуты же решили, что это лукавство армянского царя, чтобы препятствовать опустошать Армению. По приказу правителя Петакарана дикие северные племена убили юного епископа, привязав его к лошади и пустив по полю в Отнесан, в долине низовьев рек Аракса и Куры, близ Каспийского моря. Тело Григориса ученики перевезли в город Амарас, в Гавари,
положили в церкви престола с северной стороны. Мест захоронения не было отмечено из-за опасения надругательства со стороны язычников, и со временем забылось. Его мощь в 489 году царем Албании Вачаганом III Благочестивым в Амарасе над мощами была воздвигнута часовня, сохранившаяся до настоящего времени. Впоследствии там возник Амарасский монастырь. Юсик Исихий, архиепископ Великой Армении, священномученик. Юсик был сын армянского архиепископа Вартанеса, внук святителя Григория Просветителя. Воспитывался при дворе царя Великой Армении, от юности мечтал об иноческой жизни, но по настоянию царя женился на царевне. Однажды во сне он увидал, что будут годны для служения Господу Богу. После этого он рассказался, что женился. По словам историка Фавста Византийца, он с 12-летнего возраста вел добродетельный образ жизни. Его жена родила близнецов Папа и Афиногена. В 341 году, когда скончался его отец, при поддержке царя Тиран занял престол архиепископа Великой Армении. Однако отношения архипастыря с царем были плохими с самого начала. Он беспощадно обличал пороки царя и его окружения, которые не желали оставлять языческие обычаи, и однажды разъяренный царь приказал своим воинам убить первого святителя. Воины затащили Исихия в церковь и там забили насмерть палками. Случилось это. Был похоронен в селении Тордан области Даранахи в западной Армении, ныне восток Турции. Нерсес Великий, архиепископ Великой Армении, священномученик. Святой Нерсес был внуком архиепископа Великой Армении Иусика и праправнуком святого Григория Просветителя. Святой Нерсес в Кесарии Каппадокийской провел некоторое время в Константинополе. Вернувшись на родину, выбрал военную карьеру, взял княжну Сандух, которая родила ему сына Исаака, будущего католикоса. В 353 году Нерсес был посвящен в Кесарии Каппадокийской в епископа и стал архиепископом Великой Армении. Одним из его первых больших достижений стал созыв в 354 году собора в Аштишате, на котором были составлены каноны о святости семейной жизни, улучшение общественных условий, учреждение благотворительных заведений, таких как бесплатные больницы и странноприемные дома, создание монастырей и общежительных обителей. Тогда же было осуждено арианство и подтверждена приверженность никейскому символу веры. С этого времени предстоятель армянской церкви воспринял титул католикоса Великой Армении. К концу IV века, благодаря усилиям святого Нерсеса Великого, численность мужских и женских обителей в Армении достигала 2040 монастырей. Святой Нерсес претерпел мученическую смерть от руки нечестивого армянского царя Папа, павшего в язычество. Хат, епископ областей Багревант и Аршаруник, происходил из селения Марак в области в Гаваре области Каринт, в провинции Высокая Армения, был учеником Нерсеса Великого и воспитывался у него в доме уже в юном возрасте, выказал способности и любовь к церкви, ввиду чего Нерсес доверил ему дело презрения бедных и нуждающихся в Армении, был рукоположен сан-диаконом. Когда католикос Нерсес собирался отправиться по государственным делам в Римскую империю, он рукоположил хадова епископа областей Багреванда и Аршаруника его своим местоблюстителем до поры своего возвращения в Армению. В житии епископа Хада описаны многие знамения, чудеса и исцеления больных, которыми он прославился, скончался мирно. Иаков, епископ Низибийский, преподобный. Святой Иаков происходил из княжеского рода, был сыном князя Гефальского в Армении и был родственником, двоюродным братом святого Григория Просветителя. Получил хорошее образование, с детства проникся тягой к христианству. В молодые годы оставил мир и стал вести жизнь подвижника. Придя в город Нисибин, он остановился в монастыре отшельника Маруги, Мар Евгена,
и решил вести подвижническую жизнь. В 290 году антиохийский епископ Милетий рукоположил Иакова в епископы Несибина. В 325 году святой Иаков участвовал в Первом Вселенском Никейском соборе. Согласно армянскому историку V века Фавстасу Бюзанду Византийцу, Иаков просил Бога показать ему Ноев ковчег на горе Арарат. Когда он находился уже близ вершины, то погрузился в глубокий сон, и во сне ему явился ангел и сказал: «Иаков, Бог услышал молитвы твои и исполнил твою просьбу, то, что у ног твоих есть часть ковчега, возьми ее и не пытайся идти выше, так угодно Богу». Восстав от сна с безмерной радостью, святой Иаков поклонился Господу с великим благодарением, видя, что бы была секира отколота от какого-то большого древа. Бога данный дар, воротился он и бывший с ним. Узнав об этом, люди выходили из селений своих навстречу к нему, видя в нем апостола Христова, как бы ангела во плоти, эта часть древа по сей день хранится в Эчмиадинском кафедральном соборе. По множеству совершенных им чудес святой Иаков назван чудотворцем Месопотамии, а по высоте духовной мудрости назван мудрецом. Евгений Мар Авген Маруги, чудотворец преподобный. Евгений Кореной в течение 25 лет был ловцом жемчуга. Заработанные деньги жертвовал на храмы и раздавал бедным. Уже в те годы он обладал даром предвидения и чудотворения, укрощал и вызывал бури, ходил по воде, спасал моряков от кораблекрушений. Избегая славы, Евгений удалился сначала в обитель Пахоми, взяв с собой 70 монахов в северную Месопотамию, в Несибин. Затем монахи удалились на гору Изла, к северо-востоку от Несибина. Там они прожили 30 лет. Вокруг Евгения собрались ученики со всех концов Римской империи, так что число братьев достигло 350. После этого монахи по благословению свыше начали проповедовать окрестным жителям, совершая дела милосердия и чудеса. Святой Евгений Маруги проповедовал христианство в Сирии и Армении, части Месопотамии. Евгений предсказал и инициировал избрание на кафедру несибинского епископа Иакова, вместе с которым совершил множество чудес. По благословению Евгения святитель нашел на горе Карду место, где ангел показал ему сокрытый Ноев ковчег и основал там монастырь. Правитель Несибина, которому Евгений воскресил умершего сына, доложил византийскому императору Константину I Великому, и тот в ответном письме назвал Евгения вместе с Антонием Ларионом Великим главным молитвенником за свое царство. Стефан Кокессонский и с ним 33 мученика. Жили в городе Кокессоне армянском некий муж по имени Лазарь и жена его Мария, по вере христиане, благочестивые и богобоязненные родом армяне, принявшие мученичество за благие дела. И так как не было у них наследника, просили они у Бога со многими молитвами и обетами, и дал он им сына. В восьмой день крестили мальчика, нарекли ему имя Стефан. Крестивший его священник Константин служил каждое воскресенье литургию и причащал Стефана, и отрок рос и развивался, исполняясь знаний и милости. А в 7 лет наставили его в Священном Писании, исполнил, преуспевал он в знании, вере и богопочитании. Во время преследования, осуществленных императором Юлианом отступником, святой Стефан был подвергнут суровым мучениям и был замучен вместе со своей семьей и другими христианами. Позже над его могилой была построена церковь. Саргис Стратилат, сын его Мартирос и 14 воинов-мученики. Святой Саргис был уроженцем знаменитого города Кесарии Каппадокийской. Он был мужественным и мудрым воином, поступившим на воинскую службу в римскую армию и достигшим звания Стратилата Каппадокии. Открыто исповедуя христианство в опасности, когда римский император Юлиан Отступник, отступивший от Христа, начал ожесточенные гонения на веру. Святой Саргис и его сын Мартирос нашли убежище в Великой Армении.
Прожив здесь некоторое время, они пришли в Персию и поступили на службу к шаху Шапуху II, который поставил Саргиса во главе большого войска. Влияние и авторитет святого Саргиса на своих воинов было столь великим, что многие вокруг. Узнав об этом, шах призвал его к себе и приказал стать зороастрийцем-язычником. Святой Саргис отказался, сказав живому Богу. Разгневанный шах приказал отдать его сына Мартириса на растерзание толпе, а самого Саргиса обезглавил. Саак Исаак Партиев, великий архиепископ Великой Армении, святитель, родился 29 сентября 348 года в семье будущего первого святителя Армении Нерсеса Великого и его супруги Сандухт Мамиканян. В 387 году Саак был избран на кафедру католикоса, настоятеля армянской церкви. Он стал католикосом в период, когда значительная часть Армении перешла под власть Персидской империи, и правители Сасаниды, исповедовавшие маздеизм, пытались подавить национальное религиозное своеобразие подчиненного народа. Христианство оказалось единственной силой, способствовавшей самоутверждению армянской культуры. Но для укрепления веры армянам необходимо было иметь священное писание в собственном языке, которое имело место в годы католикоса Саака, и при его непосредственном участии стало создание в 405 году армянского алфавита преподобным Месропом Маштоцем. Именно святитель Саак стал вдохновителем и сподвижником святого Маштоца в деле создания армянской письменности и книжности. Святитель Исаак скончался 7 сентября 439 года. Святые переводчики, ученики святителя Саака Партиева и преподобного Месропа Маштоца. Один из самых любимых национально-церковных праздников армянского народа – День святых переводчиков. В армянском церковном календаре под заглавием «Святые переводчики» перечислены следующие святые. Саак Парфянин, Месроп Маштоц, Егише, Мавсес Грамматик, Давид Непобедимый, а также двое, которые уже продолжили священное дело и миссию, а именно святый Григорий Нарекский 951-1003 годы и католикос Нерсес IV Милостивый 1102-1173 годы. Истории известны примерно 100 переводчиков, учеников святых Месропа Маштоца и святого Саака Партиева, а также младшие переводчики, ученики их учеников. В истории армянской науки учеников Месропа Маштоца делить на первую и вторую группы. Врамшапух, армянский царь, наследовавший своему брату Хасрову, Врамшапух поддерживал добрые отношения с соседями и восстанавливал мир между ними. Мирное царствование его ознаменовалось изобретением армянского алфавита, с чего, собственно, христианская литература. Главными сподвижниками Врамшапуха в этом деле были святый Исаак и Месроп. Святой Давид Непобедимый, по-армянски Анахт, родился около 370 года в деревне Наргин, области Тарон, Великой Армении. Святой Давид был выдающимся армянским философом V-VI веков. Неоплатоник, основоположник философской науки Древней Армении, был учеником святых учителей армянских Саака Партиева и Месропа Маштоца, и впоследствии также вошел в число 60 учеников, отправленных святыми Сааком и Месропом в Византийскую империю на учебу. Святой Давид учился и получил прекрасное образование в Александрийской школе, там, где стал учеником известного неоплатоника Олимпиадора младшего. Вместе со святыми Моисеем Харенским и Егише Елисеем его помнят как одного из великих переводчиков и мыслителей конца V века. Своей чистой верой и талантами они увенчали золотой век армянской культуры и церковности. Езник Кох Бацы, епископ Багриванский и Аршаруникский. Святой Езник – один из знаменитых учеников святых Месропа и Саака, выдающийся армянский философ, апологет первой половины V века,
был епископом областей Багриванд и Шаруник. Святой Езник учился в Византии и Сирии. Является автором жемчужины армянской церковной литературы «Опровержение ересей». Святой Езник составил еще сборник сентенций и нравственных правил, извлеченных из Священного Писания и творений святых отцов. Егише Елисей, преподобный. Святой Егише Елисей был одним из наиболее известных учеников святых Саака и Месропа. Вместе со святыми Моисеем Хорянским и Давидом Непобедимым он продолжил учебу в Египте, в Александрии, в знаменитой школе святого Кирилла Александрийского. По преданию, святой Егише служил секретарем и воином у святого полководца Вардана Мамиконяна. После Аварайрска он удалился с военной службы и принял монашество. Удалился в горы области Рштуник в провинции Воспуракан, где скончался в 480 году. Пещеру на горе, где святой Егише провел последние годы, уже тогда называли пещерой святого Егише. Там он составил свои знаменитые работы «История Великой Аварайрской битвы», в которой вошло и повествование об Арташатском соборе, о Вардане и войне армянской. Мавсес Харинаци Моисей Хоренский, епископ Багриванский и Аршаруникский, святой армянский историк и агиограф, родился в селе Харианг, провинции Тарон, Армения, был одним из лучших учеников католикоса Исаака, Саака Армянского и Месропа Маштоца, обучался в лучших философских и богословских школах Александрии, Афин и Константинополя, прославился своим познанием философии, а также как благочестивый духовный, как талантливому писателю и ученому. Князь Исаак Багратуни поручил ему написать историю Великой Армении. Плодом нескольких лет его трудов стала история Великой Армении, изложенная по армянским и зарубежным источникам. Единокровные братья Тул и Варос были учениками святых и великих учителей армянских Саака и Месропа. Вместе со многими другими христианами они трудились, противостоя персидским попыткам насаждения зороастризма среди армян. После Аварайрской битвы в 451 году, когда персы вывезли из Армении священников, вдохновлявших народное сопротивление братьям в горах и жить там отшельниками, возрастая в вере, в горах они пробыли вместе несколько лет, ведя там суровую аскетическую жизнь и питаясь дикими ягодами и кореньями, после чего решили жить порознь. Сохранилось духовное завещание преподобного Татула своему ученику Фоме, уникальный памятник монашеских кругов Армении V века. Простые по форме, глубокие по содержанию наставления преподобного Татула не потеряли свои ценности и в наши дни. Вардан Мамиконян, армянский великомученик и 1036 мучеников аварайрских. При Шахе Издигерде II, 438-457 годы, в Армении началось активное насаждение зороастризма и маздакизма, что вызвало решительный протест. О большей части христианского духовенства и армянские князья во главе с Варданом на соборе в Арташате в 449 году ответили на послание Издигерда II с требованием принятия зороастризма, что армяне признают власть персидского царя в государственных вопросах, в вопросах же веры, полагаются только на Бога. Изгнав из Армении магов, зороастрийское духовенство Вардан Мамиконян и католикос Иосиф I обратились за помощью к Феодосию II и князьям Византийской Армении. Однако не новый византийский император Маркиан, который воевал в это время на Западе, не гунны, с которыми Вардан заключил союз против персов, не смогли оказать военную помощь. Шаханшах послал в Армению большое войско. В кровопролитной битве на Аварайрской равнине у реки Тхмут армянское ополчение во главе с Мамиконяном потерпело поражение 26 мая 450 года. Князь Вардан погиб в бою. Его сподвижники, католикос Иосиф, Авраам и другие оказались в плену. Многие вскоре были казнены. Однако поражение не сломило борцов за христианскую веру. Через были выставлены
пойти на уступки и отказаться от попыток насаждения зороастризма, Вардан Мамиканян стал национальным героем Армении, по словам летописца, уповая на Христа, пожертвовал собой. Леонтий Гевонт Вананский Ирей, священно-мученик, принадлежащий группе мучеников церковнослужителей гевандианов. Под именем святых гевандианов от Иосифа армянская церковь празднует память архиепископа Иосифа, епископа Саака и Татика, священников Леонтия Муше, Аршена, Самуила Авраама, Харена, диаконов Каджаджа и Авраама. Когда персидских Ездигет II вознамерился насадить в Армении зороастризм и направил туда войска, престарелый 70-летний священник Леонтий оказался первым священнослужителем, давшим пример вооруженного отпора захватчикам. Когда пришедшие в его село персидские воины попытались разрушить стоявшую здесь церковь, святой Леонтий во главе вооруженных сельчан оказал им, чтобы обезглавить народное движение, сопротивление персы вскоре после Авараирской битвы хитростью выманили из армянских крепостей наиболее влиятельных священников, святого Леонтия, архиепископа Иосифа и других святых, и захватили в плен святых священномучеников гевандианов. Иосиф Авсеп, армянский католикос с 444 года, вдохновитель и предводитель религиозного движения, ученик и сподвижник Месропа Маштоца, Саак, епископ провинции Рштуник. По-видимому, также один из учеников Маштоца прекрасно владел персидским языком и во время судилища переводил допросы судей и ответы своих сподвижников. Татик, епископ Басина, ученик Маштоца, участник Гевонт Леонтий, иерей из Вананда, старший по возрасту среди мучеников, один из первых учеников Саака Партиева. Муше Мушек из Ахбака, придворный иерей Нахарарства Арцруни. Аршен иерей из Багриванда. Самуэл иерей из села Арац. Абраам, диакон из того же села, вместе с Самуэлом участвовал в разрушении капища в городе Арташате. Каджадж, диакон и епископ Сака Рштуникская. Авраам Зинакский, исповедник иерей, Хорен, исповедник иерей. Иерей Самуэл и диакон Авраам после мучений были обезглавлены Апар в области Варткет 7 июля 454 года. Епископ Тазик в Хужастане, остальные шесть мучеников недалеко от города Нишапура 25 июля 454 года. Двоим оставшимся в живых священникам Аврааму Зинакскому и Харену, добровольно последовавшими за Нахарарами и гевандианами в ссылку и взявшими на себя заботу о них, персы отрезали уши и продали их невольниками в Сирию. Только Авраам смог выжить и вернуться на родину в 462 году. О том и из рода Гнуни, князь-предводитель группы святых воинов, мучеников атамянцев. Жестокие гонения на христиан, предпринятые правившими в Иране сасанидами в V веке, вызвали народные восстания в Армении, находившиеся в политической зависимости от персидской державы. Крупнейшими из них были войны под предводительством князей из рода Мамиканянов, Вардана 451 года и Ваана 10 год 5 века. Во время одной из них, скорее всего, последний, принял мученическую смерть за Христа и Отечество владетельный князь Тер-Атом из рода Гнуни, стоявший в главе отряда воинов. Вместе с ним пали его юный сын, а также Варс из рода Вастан, Нерсес Арвандуни, Вардзавор Начихр из рода Штуни и многие другие мученики, среди которых был один перс-христианин. Об этих событиях повествует мученичество атамянцев 5-6 века, один из древнейших памятников армянской литературы, посвященных воинам, погибшим в борьбе с иноземными захватчиками и причисленным к лику святых. Великомученица Шушанника Сусанна Княгиня Ранская была дочерью известного армянского военачальника Вардана Мамиканяна. Настоящее ее имя Вардан Духт в честь отца, а ласкательная Шушанника. С детских лет святая Шушанника отличалась богобоязненностью и благочестием. Она вышла замуж за Петиахша, правителя
пограничной Грузии Варскена, который, изменив Христу, стал вероотступником. Узнав об этом, святая Шушаника не пожелала продолжать жить отступником от Бога. Она оставила дворец и стала жить в небольшой келье от дворцовой церкви. Святая царица, узнав о намерении мужа прибегнуть к силе, поняла, что твердо стоит в вере, несмотря на какие уговоры, угрозы и мучения. 6 лет она пребывала в заключении и украсилась добродетелями, постом, бодрствованием, стоянием на ногах, неослабными поклонами, непрерывным чтением книг. Накануне блаженной кончины святой мученицы ее навестили в темнице католикос, архиепископ Грузии Самуил I, епископ Иоанн и духовник мученицы Яков Цуртавели. Придворный епископ Афоц Фотий причастил святую Шушанику. Ее последними словами были: «Благословен Господь, Бог мой, ибо с миром», и легла, и заснула. Маруф, епископ Мартиропольский, Тигритский, Месопотамский, Софинский преподобный. Во время святого Константина Великого правителем страны Софина, расположенной на юго-западе Армении, на границе Восточной Римской империи, был Лиюта. Он полюбил дочь правителя соседней области. Она была христианкой и отказалась от союза с язычником. Благодаря вмешательству Иакова Незибинского, родители девушки согласились на брак, и на Пасху того же года после чудесного явления ангела Лиюта принял крещение и тем привлек к христианству большую часть населения провинции. У этой замечательной духовной пары родились дочь и сын, дивный Маруф. Успешно изучив науки, особенно медицину, он наследовал после смерти отца управление областью. Затем его избрали епископом. Святой Маруф был епископом Тигранокерта, главного города Месопотама Софонянской области. Эта местность находилась на границе Восточной Римской империи и языческой Персии. В ней благочестивый, как светильник, сиял светом своего богопознания. Язычников персов он своею проповедью обращал в христианство, ходатайствовал и всюду старался вести мир и безмятежие. В это же время он собрал останки святых мучеников, пострадавших при царе Шапуре II, и перенес их в город Тигранокерт, где он и сам скончался около 422 года. Строитель католикос Великой Армении, святитель армянский католикос Нарсес 641-61 годы, прозванный строителем за воздвижение множества великолепных храмов по всей Армении, например, всемирно известный храм Зварт-Ноц, храм бдящих сил. Также построил в Хор-Верапе часовню святого Григория и другие. В 652 году на соборе в Двине католикос католикосу Халкидониту Езре во имя православия и мира заявил перед императором Константом II, внуком императора Ираклия I, о совершенном тождестве веры между ромеями и армянами. В залог мира была назначена литургия, на которой святой Нарсес провозгласил Халкидонский собор. Литургию отслужил византийский иерей. После 553 году Нарсес отправился в Халкидонский тайг, откуда он был родом. В центральную Армению он не вернулся, потому что армянский полководец Феодор Штуни и его окружение, отошедшие от Византии и примкнувшие к напавшим на Армению арабам, возненавидели Нарсеса за то, что он возлюбил союзнические отношения с арамеями. Связь армянского католикоса Нарсеса с грузинским духовенством тайка была настолько тесной, а личность Нарсеса получила там такую всепризнанную популярность в грузинском обществе, что грузинская православная церковь причислила его к лику святых. Давид Сурхан Двинский Венецы, мученик. Сурхан в крещении Давид родился персидского княжеского рода Харасана и появился в Армении в годы правления великого Ама-Заспа, который был после смерти своего тестя Феодора оставался в этой
года Сурхан участвовал в походе арабов на Армению в VII веке при патриархе Григории Мамиканяне и католикосе Халкидасе, бывшем постельничем святого Нарсеса-строителя. Согласно мученичеству в Армении, Сурхан пришел к великому князю Григору просить его дать ему Христово крещение. Великий князь, став восприемником его от воды святой купели, назвал его именем своего отца Давида. Святой Давид мученически пострадал от Ватикана Абдалы после того, как сарацины овладели страной армянской, то есть примерно в 703 году. Абдалла истязал святого Давида страшными побоями, оковами и тюрьмой за веру в Христа, но не покорившийся и мужественно устоявший святой старец был распят на кресте и пронзенной стрелой скончался. Тело святого мученика было погребено рядом с гробницей святого Изид-Бузида, мученика перса, пострадавшего за веру еще во времена зороастрийского владычества сасанидов. Открытием было то, что древней армяно-грузинской редакции грузинского сингсаря, являющегося частью афонского многоглава X века, среди многих вышеперечисленных имен армянских святых было имя святого мученика Изид-Бузида Аствацатура, пострадавшего за Христа в 553 году. Это единственный православный источник, где мне удалось увидеть это имя. Исаак Саак Карнаци, Феодосиопольский. Святые славные Христовы братья-мученики Исаак и Иосиф родились в царствовании греческого императора Никифора в армянском городе Феодосиополе Эрзуруме. Мать их была православной христианкой, араб. Добрая и благочестивая мать втайне воспитала своих детей в страхе и любви Божьей, а отец даже и не подозревал, что дети его самые ревностные и благочестивые христиане. Дети тяготились исламским окружением и, когда выросли, решили поселиться там, где можно открыто исповедать свою веру. Братья обратились с письмом к византийскому императору Никифору I, в котором просили позволить им перебраться в Константинополь и поступить на царскую службу. Получив благоприятный ответ, братья стали собираться в дорогу. Исаак и Иосиф были задержаны по приказу эмира, пожелавшего узнать, почему они покидают город. Братья открыто исповедали Христа и были обезглавлены. В книгу включены имена святых отцов, представителей армянских епархий, принимавших участие в 7 Вселенских соборах, в частности, в 4-й Вселенский собор, состоялся в 451 году в Халкидоне. Его протоколы говорили, что на соборе до 25 посланцев армянских территорий, среди них Иосиф Севастийский и Константин Милетенский, Мала Армения. Симеон Амитский Софена и Манасий Феодосиопольский Каринский Великая Армения. Присутствие армянских епископов в Халкидоне тесно связано с их участием в трех предыдущих Вселенских соборах, включая Второй Константинопольский 381 года и Третий Эфесский 431 года. Отдельного внимания заслуживает участие во Вселенских соборах представителей Вагаршапатского Эчмиадинского католикосата. Очевидно, их пригласили и в Халкидон, однако вагаршапатские иерархи не смогли прибыть на собор из-за вспыхнувшего в это время восстания против персов. Все, спасибо, Господи. Благодарю. Благодарю. Всем. Так, от армян, может быть, скажет слово небольшое. Да, конечно, конечно. Еще выразить огромную благодарность, конечно, храму Александра Невского, настоятеля храма отца Али Ватерера. Мы с ним знакомы 32 года. Случайно познакомились с ним в такси в 90-м году, в советские времена, когда он добивался освобождения храма от пада. Это был склад медикаментов вместо храма, вот с тех пор я его вспомнил. И более 20 лет сотрудничаем с храмом,
Александра Невского и все, как отец Олег сказал, все мероприятия армянской общины проводятся в храме Александра Невского. И травмы, и армянские мероприятия. Я хочу поблагодарить вас, дорогой друг, спасибо, что вы написали такой труд, огромный труд. Вы, честно говоря, смогли сделать чувственные разговоры, думали, что один человек не мог сотворить такой труд, огромнейший труд. Но оказалось, что вы делали это. Спасибо вам огромное. Я хочу сказать, что мы будем стараться помочь вам компенсировать ваши затраты этого труда. Это огромный труд. Мы обязаны это делать. Так как мы к нам обращались, тогда тяжелые времена были, занимались тогда помощью Армении, и мы не могли тогда содействовать нам. Я помню, что мы к нам обращались. Я приношу, конечно, свои извинения из-за этого. И, конечно, огромная благодарность вам, дорогой отец Олег, что вы нас любите, нас принимаете и всегда рядом с нами. Спасибо большое вам. Спасибо, Господи. Да, вы правильно заметил наш гость Миражан, что этот труд, он не мог быть создан одним человеком, потому что часть презентации, которую вы увидели, это только часть, да, потому я что... Мы уже изучали. Да, потому что святых армянских очень и очень много. И, Сергей, вот скажите нам, пожалуйста, вот в чем уникальность этой книги? Потому что вы собрали воедино, да, всех святых армянских? Ну, да, всех, которых я смог собрать, вот. Это невозможно. Да. Это невозможно. Это и этот... Да. Какое количество книг здесь собрано в книге? Можете сказать точно? Там в конце... По общему количеству святых. Мы думаем, что более 90% он успел. Более. Там есть алфавит указать, там нужно посчитать просто. Да. Указатель алфавит. Да, алфавит есть. Нет, Мы благодаря ему были везде, были в всех святых соборах, то есть были, я имею в виду, познакомились, конечно. Мы знаем, почему православие называется Богом приняты после 4-го Халкидонского, потому что там чудо произошло в храме святого Ефимея, когда был спор монофизистами и православие. Помните, когда два святка положили, святого Ефремея, три дня постились, пока вот этот самый... Впрочем, я могу долго рассказывать об этом. С ума сойти от такой потока информации. Я могу бесконечно говорить о Сиднее, о Египте. Впрочем, это просто мы потерялись от такой потока информации. То бишь люди сделали самое невозможное. Они были везде. То есть, начиная Египта, Европе, в Африке, куда только не несло наших святых. И самое главное, что мы заметили, само пожертвование сознательное ради православия. Я не знаю, это слова, в принципе, можно говорить до утра, потому что это потоки информации собраны за 2,5 года, а его выразиться за 5 минут, я считаю, очень тяжело, то есть невозможно, это надо говорить и говорить. Мы просто поклоняемся перед вами, батюшка. Уверенно говорю, что вы для нас стали как святитель 21 века. Благодаря вас православные христиане могут ознакомиться, конечно. Все, что касается православия, она есть там. В принципе, это не касается только армян. Это речь идет о православии, Константинополис. Все эти соборы, это общее православие, общее святение. Там начиная от Эммануэла,
Давайте вспомним нашего Мехикара, в честь чего была названа первый царь в России Мехикар Федорович, Мехикар, который обосновал Афанесовское монашество, которое нынешний Афон. В принципе, мы так взаимосвязаны родственными связями. Василий II свою дочку Анну, византийский император, выдает замуж за нашего князя Владимира. Боже мой, мы родственники с вами. Начнем заметить, мы рады за это. Короче, нас связывают такие узы с вами. Бесконечно можно говорить просто, мы с ума сходим, вот такой поток информации, постоянно мы спим с этой книги. То есть это полностью касается православия. Да. Царьград, Константинополис, это Испания, Италия, это Варфамалей. Все апостоли, любимый апостол Фадеев, это связано с Алем Абгар, это любимый апостол Аримян, который приехал по просьбе Христа после смерти. Уже туда отправляет Иуда, 12-й апостол, который взял имя Фомы, если я не ошибаюсь. Бесконечно можно говорить. На сравнении мне сказали, Роберта, что святой наш Григорий Просветитель, это лики святых отнесен православной церкви, его лучше почитают. И я вам больше скажу, вы, может, знаете, в Хутинском монастыре Великого Новгорода был храм имени Григория Великого. Сейчас там сохранился фундамент. Этот храм три раза был разрушен, три раза восстановлен, до того почитаем был. Он не Григорий, Просветитель там называется, Григорий Великий. Так я его с архивами поместили, ребята. Да, это было, да. Самыми лучшими умами 5 века, это Бутин, Рейли, Сириец, весь там. Поймите правильно, мы там сталкиваемся с мусульманами, которые просто приняли веру мгновенно. Там всякие чуда, которые мы можем вспомнить. Это столько, это атом, короче, понимаешь, это нету там плоскости. Это такое, которое надо просто дырять, читать и изучать. Да, просто да, не знаю. Хороший труд, очень. Низкий вам поклон. Спасибо, Господи. Также хотелось бы напомнить, вот, где мы с вами сегодня собираемся, так называемый зеленый домик, да, в здании находится библиотека храма Александра Невского, и в нашей библиотеке колоссальное количество книг, и отдельный раздел полностью посвящен армянской литературе. Здесь вот мы небольшое количество книг на выставке сделали, Также Тамара Васильевна Берестова, краевед, которая всегда помогает в написании книг, которые издаются от храма Сидоровского. Вам слово, Тамара Васильевна. Хочу сказать, что конечно, события. И благодаря... Мы его считаем, извиняюсь, пенсионером. Я иногда, когда он обращался ко мне, работы достаточно у меня, своей краеведческой, как раз начинали делать книгу, не начинали, а уже готовили книгу «Победившее время», которая в ноябре, в декабре, да, вышла, и мы ее презентовали здесь. Но настойчивость Сергея Николаевича меня иногда... Поражает его скромность. Настойчивость одновременно. И человек вот цель поставил свою, и он к ней так это молча, можно сказать... Но настойчиво шел и добился этого. Я знаю, с каким трудом эта книга издавалась во всех отношениях. Православие имеет такое вот. Молчание, язык такой, да, молчание. Как трудно было найти, в наше время вообще трудно найти. Обязательно мы будем постоянно рядом, обязательно поможем. Это победа и Сергея Николаевича,
конечно, с благословения отца Олега. Утверждаешься, какой у нас мудрый батюшка отец. Очень, да. Молодец, а отец по Олег. По теме, можем сказать по-библейски, мне кажется, кстати, есть отрок батюшки Олега. Его воспитанники будут так считать, да? Его не добрать, так понимаете, да? Да, с 90 годов, знакомым из 90 годов. И я всегда говорила и продолжаю говорить на всех уровнях, что отец Олег выполняет работу государственной важности. То, что обязано делать государство, делает отец Олег. Ну и, естественно, тех, кого он благословляет на труд во благо. В данном случае единение, еще раз подчеркиваю, истину многовековую, да, единение православной или русской, верно? Может быть, еще вопросы будут? Или отзывы? Только благодарность. Ну, если можно, буквально два слова. Да, да. Все, устали уже. Ничего, мы рады. Мне, если честно, чтобы освоить, изучить, надо не один, не месяц, не два, а годы, чтобы вот это воспринимать масштабность, глубина, объем, стиль изложения, иллюстрации. Можно это перечислить, очевидно, такого издания. Я, если честно, живу очень долго, на самом деле не засомневался, что это труды всего-то одного человека. Сергея Николаевича. Особая благодарность ответам. Всегда армяне, которые живут здесь, да не только. Моя племянница уже из этого Первоакана присылает фото о том, что она все равно нашла в интернете. Потому что я уже говорил, что это презентация. Она нашла все равно. Потому что во всем мире уже знают. И здесь не только, понимаете, религии, но и межнациональные взаимоотношения, межгосударственные. Я думаю, что армяне даже на государственном уровне сообщить о том, что ой, есть такое, но нету нигде в мире. Спасибо. Я хочу долго занимать. И вот это спасибо. Все, спасибо, Господи. Спасибо. Спасибо. Сергей, озвучьте, пожалуйста, всех тех, кто помогал вам в издании этой книги. Где сидеть, листаю? Кстати. Ну, мне помогали в издании книги отец Олег. То есть это вот основная помощь. То есть если бы не советы от Олега, то, наверное, ничего бы не было. Вот. Это большая была помощь от отца Олега. Очень мудрые советы. Также вот мне помогла Тамара, значит, Васильевна Вересова помогла мне по правильному оформлению книги. Вот. Также вот, тоже большая благодарность армянской общине за материальную помощь. Также помогали в издательстве уже Татьяна Камушкова, Мария Алтунина, вот Галина Мушигян. Советами тоже я к ней обращался. Вот. Им тоже поаплодируем. Дмитрию Лётову. Они перевести эту книгу на армянский язык. Она там есть.
А сейчас работает, а знакомиться очень сейчас требуют все. Нас беспокоит Америка. Нас... Именно о книге идет речь. Для людей это чудо. Я думаю, для начала достаточно это потом работа, конечно, можно перевести и с переводом работать, но то, что вы сделали, мы даже не знаем. То, что это ваши мысли, мы ценим, это все правильно, но это огромный труд для нас, не просто ясно. Да. Дмитрий Летов. Кто Дмитрий? Дмитрий, да, Летов. 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 Да. И многие другие, я думаю, молитвами. Вот. Может быть, еще вопросы? Или отзывы? Или отзывы. Башка, вы тогда скажите что-нибудь еще. Я очень рад, что у нас есть единомышленники и создатели этой книги. Спасибо огромное. Дружите, мы хотим не то, что вещи мы должны дружиться. Корни и общего очень много, в конце концов, общее это наше православие. Да. Мы поражены сейчас. Да. Как красиво получается, прости, пожалуйста, когда народ общается. Без политики. Такая чистота. Это что-то. Понимаете, я говорю, слишком вот мало времени, эта книга у меня была слишком часов. Я так просто прочитал. И то, наверное. Поэтому переоценить этот труд просто невозможно. И мы будем достойны этой книги относиться к вам с великим почтением, уважением и любовью. Даже как вы относитесь. Верно, что наши отношения. Можно Эта Через... книга как объединяет как одну семью всех нас. Обязательно. Дай Бог вам долгие годы, отец. Спасибо. Вы просто гений. Вы не обделены ни способностью, ни мышлением, вот, ни человеческим качеством, религиозным, в общем, все. Вы так вот, столько лет тоже, последние 20 лет тоже. Да. Каждый раз не дают. Не перестают удивлять нас. Да. Нет возможности, я все про два дома. Мирная 4 и мирная 9. И КНС мешает. Никак пахнет. Невозможно. Я обращалась в Министерство обороны. Ходила, ездила в Москву. И музей переедет туда. И библиотека богатейшая, основу которой составляют книги, литературные памятники, книги отца Олега. Все это ютится в этом аварийном зеленом домике. Вот, братья наши, если есть возможность, помогите, пожалуйста. Нет, дом уже наполовину от представления. Обязательно мне уже обратились на счет дороги. Я думаю, дорогой мы поможем, да, брат? Потому что только вместе, только сообща мы можем что-то делать. Мы так помогаем, поверьте мне, нет, что нет такого, что мы не помогаем. Я удивилась, когда узнала, что при храме армянская община, когда вот начали книгу это делать, и, значит, Сергей Николаевич говорит, а я еще. Вроде закончили 40 святых, а еще. Вот это все. Обязательно будем рядом. Смело напрягите нас заботами, работами. Мы двумя руками будем отстараться. Вы сделали такую работу, мне кажется, мы навеки должны остались.
Спасибо, Господи. Слава Божию. Большое спасибо за ваше издание, не просто книга, это настоящая энциклопедия. Мы вам очень благодарны, потому что это великое дело, что мы сделали. Спасибо вам большое. Спасибо, Господи.